Всем доброго утра! Вот так начинается у меня утро с моими лопатузечками. Друзья мои, что у меня происходит? Да, они только проснулись, а я-то проснулась уже во сколько? Я проснулась полвосьмого, а легла я в полчетвертого или в четыре. Почему? Потому что мы сегодня едем на пикник, и бабуля Света должна все приготовить. То есть пикник мы едем, планируем поехать в Тарсус. Посетить зоопарк, основной у нас план. После этого поехать погулять там по местам, затем поехать в Кискалиси. Посмотрим, как мы все успеем. Это да, нас везет друг, мы ему, значит, заполним бак и будем ездить целый день, так как через 2-3 дня мой сыночек уезжает, и мне легче, я хочу показать ему Мерсину во всей его красе. Я встала с утра, у меня уже и стирка повешена, и вот я курицу пожарила в духовке, всего по чуть-чуть, буреки. Мы хотели сначала буреки, потом подумала, нет, приготовлю я и яйца отварю. Сделаем из картофеля салат, вот там лук порезан был. Возьмем огурцы и помидоры, хлеб. Ну и все, достаточно. Купим там фанту, колу. Вот такой решили сделать сегодня. Именно там есть такой парк возле зоопарка и парк отдыха. И там все приезжают на отдых. А детям я приготовила геркулесовую кашу. Они очень любят геркулеса и рис. Рис у меня закончился, надо будет потом купить. А также чаек. Тут я кипяток наливаю, а потом добавляю. Вот тут у меня есть холодная кипяченая вода, как моя мама и дочка делают, научили меня. Я потом с холодненько разбавляю, и вот так они у меня кушают, мои лапулечки. Ну что, друзья, сейчас я буду кормить внуков. Готовить мне осталось мало. Потом нужно расчесывать косы, плести всем. Сами знаете. И к 12 мы планируем через 2,5 часа уже уходить. И надо же, конечно, накормить моих мужиков и самой приготовиться. Все, побежала я работать. Все готово к пикнику. Салат, яйца. Тут у нас буреки, фрукты, курочка, огурцы, помидоры. И все, сейчас буду готовить детей. Накормила я. Сейчас буду кормить взрослых. А потом уже время подходит к пикнику. Мы сейчас идем в зоопарк. Привет, Пошел. Мераби! Привет. Пошел. Видишь, какой у меня стабилизатор? Крутой. Крутую. Будет у нас супер видео, красивый. Все, друзья мои, мы пошли. Дорогие друзья. Мы здесь появились. И ребята, мы вышли на улицу. Машины нету. Ждем машину, да. Да. Мы ждем Деми, а машину, ну не встань. сидим. Ирмочка, иди ты тоже. Иди встань, покажись. Какой он крутой, даже на кнопку нажимает и крутится. Ждем машину. Мы будем сегодня и зоопарк будем, и купаться в море будем, и бывали пойдем, и гулять пойдем, сидим сегодня. Ага. Да, давай через дверь. Вот Аramışlar daha mı telefon sende biliyor? Мерапчика сегодня по полной программе прокатаем. Покажем. Наш Мерсин, наш красивый Турции. Захочется время приезжать после рейса к мамочке. Мы находимся на месте. Мои дорогие зрители, кажется, до 6 лет бесплатно, и 8 лир со взрослым. Сейчас я спрошу у мужа точно. Здесь пикник. А, здесь все прячутся. Прячутся птичечки от солнышка. Конечно, мы в такое солнце как пришли. Тут
птички. А, назад. Наша банда. Дождик. Такой дождик. Мираби, ты увидел крокодила? Да. Орлы. Козлята, ребята. Привет, из Грузии. А впереди маймун. Как открыть? Не, так далеко надо, потому что им кушать, видно, дают, они бесятся. Посмотри. Я не вижу нигде. Ашким, не дать более яптылер оллары. А? Вон они там. Вот, видите? Буны яптылер у завтра. Чтобы не подходили. Ну, пошли. Кичичик маймуни. Вот они. Маленькие. Видели, видели маленькие? Ирма, я гостер. Gördün mü aşkı? Maymun ebo. Bak orada da annesi var. Maymun ebo. Hadi çek da. Красная попа. А? А? Как она реагирует на это? Посмотрите, посмотрите, Дэми, во. Они прячутся! Бабуля, они прячутся! Приехали, они тоже начали. Паника, паника! Какая попа у него красная, посмотрите. Я пошел смотреть туда. Что-то у них у всех, да. И как ходит гордо. Бабуля, как? Бабуля, а там как полезла. Потому что сейчас его поймают. Того посмотрите наверху. Трубы что-то смотрит. Трубы. Потому что она ходит, они ходят. Как жалко, посмотри, у нее, наверное, рак. Почему не лечат, интересно? Попа такая красная. Геморрой, наверное. Геморрой какой? Да, а что еще? Посмотри. Морили там. Там потом-то морили уже. Морили, соли, говорит. Сейчас как упадет. Она не упадет. Бабуля. Посмотри, бабуля. Вот маймун. Маймуне. Бабуля. Ди. Привет. Hello. Hello. Маймуне. Что-то у них все висит там непонятно что. А здесь у нас попугайчики. Вот она, привет. Привет. Какой ты классный. Сейчас не скажет, подожди. Наша.
Başkanım orada da var. Bak. Gel Yaşar, gel. Bunun adı Yaşar. 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 Gel gel kafanı kaşıyın. Gel gel. Gel gel. Gel kafanı kaşıyın. Yaşar gel gel. Gel Cici Yaşar. Yaşar. Говорит, говорит как. Cici Yaşar, Cici Yaşar. Gel gel. Aman elinizi ısır. Gel gel. Oğlum. Оно. Он сейчас не знает, что повторить. Я столько разговоров. Гел, 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 гел. Чипсы кушает. Бумагу кушает. Давай. Они бумагу кушают. Кто-то бросил туда бумагу. Мы пришли в аквариум. Мари, в аквариум. Расскажи, Мари. Какая огромная рыба. Biz böyle yeter. Bir tane. Yemek. Kaç gün bir hafta. Мираби его зовет, как будто кошка. А он отдыхает себе в теньке. Кошки. Сейчас съел бы, скажи, пару детей, этих взрослых. Тихий час. Какая огромная территория зоопарка, что у нас глаза разбегаются, не знаем, в какую сторону идти. Сейчас мы хотим посмотреть. Пойдем на медведей посмотрим, потом вернемся. Зовет его, смотри. Зовет, иди, говорит. Откуда ты знаешь? О, посмотри. Какая сыра, а? Приходит. А варма? На собака, Йор. Деме, нерде. Деме, мэравнием. Душа, алый юрла, рашка. Баня, басы, хавузла. Ha, ne diyor? Yoruldun mu? Yoruldun ha bu çocuk. Al bunu bu çocuk. İstek, Здесь, кажется, енот. Какой красивый здесь парк. Aşkım iyi taşıyor İrmu. Babuya da kırısa. Kırısa aşkım fare diyorum. Büyük fare. Yenot, yenot. Çok yaklaştırma elini. Ben de bilemedim. Rakun değil mi Rakun? Rakun Ahmet. Malinki, halosi. Очень дюйми. Бабуля, потом дома.
Yukarıda geyikler var ya. Дальше, подожди, отдохнем чуть-чуть. Ой. O tarafa gidelim de deve kuşları var. Aa, bu arada aşkım video çekelim. Çekeriz sonra inerken burada. Bu это не пукнул, чихнул. Посмотрите, как там красиво. Я думала пукнул. Обалдеть. Пойдем, пошли на ту сторону. На ту сторону. Пойдешь кушать как-то. Аби сейчас выйдет тебе. Что? Мишка косолапый. По лесу идет. Это страус, страус. Кафасını uzatır ha. Это верблюд. Как видит? А ты знаешь, катается верблюд? Да, катается. А там маленький. Можно я покатаюсь? Сейчас как плюнет. Осторожно плюнуть может. А что, осторожно, сейчас собираюсь. Ага, сейчас сорок более. Он плюнет. Где его, а? У девок, деве был. Бабы, он плюнет. Зеброчка, зебрушечка. Там, мы сейчас будем кушать. Кушать хотят они уже. Да, накрывай здесь и кушай. Здесь нельзя же. Дети хотят кушать. Давай тут покушаем. Давай тут покушаем. Папа, я накрывай давай. Нету тут у нас. Зебра я багажам. Боже, как здесь папуя. Красиво! Куда будем кушать? Они хотят кушать! Папуя. Папуя. Посмотрите, как красиво, друзья мои! Папуя, какая красивая речка! Папуля, я почти заблудился! Не надо заблудиться! Посмотрите, лама, лама где? Да мы видели лама. Бараны, точно? Что-то дикие бараны. Потяну их. А эвкалипт я хочу нарвать. Нашла эвкалипт я, как в Батуми, в Грузии у нас. Какой огромный зоопарк. Детки, вам нравится? Да! Вы будете вспоминать Мерсин, Турцию, да! Мои любимые. Да, это мой дом. А, вы видите, это ее дом. А Батуми поедете? Нет, не поедем. Вы видите, Батуми не поедем. Шакал по-турецки чакал. Вот изучаем как раз и турецкий. Это гиена. Аринаха эрти. Куртан, да, куртан ileride. Там эрти, там эрти. Друзья и подписчики, это действительно классно. Такая огромная территория, кругом эвкалипты. Красота. И немножко жарко сильно. И голодные дети. Я не знаю, вроде бы кушали недавно. А там есть? Пойдем посмотрим, что там. Что есть? Что-то будет там? Интересно же. Не будет, я думаю. Рысь по-турецки вашак. 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 Мур-мур. Вашак. Не делай, Дэвид. Рысь, рысь! Она не смотрит на тебя. Кися, 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 кися. Уже второй туалет вижу на своем пути. Очень хорошо. Чисто, порядок. Ухоженный зоопарк. Да. Какие страшные волки. Волки, волки, моя волки. Пить
пить хотят водички. Курт. По-турецки волк-курт. Бабуля, мне живот сказал, кушай, кушай. Слышите, как говорит? Мне живот сказал, кушай, кушай. Лучше всем уточкам. Но это не утки, а это гуси. Каз, гусь. Каз. Каз, видишь, написано каз. Плаваю. Бабуля, смотри, корабль. Американские утки, вот. Ордек. Бабуля, бассейн, бассейн. Она тоже хочет бассейн. Давай туда тебя я брошу. Я тоже хочу. А это пони, маленькие лошадки. Не беси, бабулина. А там же прохожу. Это не пони. Какие классные. Это не пони, я думаю. Это, я думаю, корова. Медили по-турецки. А мы вообще не видели. Медили. Медили. Кажется, здесь должна быть дети-змея. Раньше была, а потом ее, видно, забрали. Крышу, крышу! Смотрите, смотрите, там змея впереди. Наконец-то мы нашли. Какая же красивая. Огромная. А здесь какая большая. А здесь какая. Вон там змея, вон. А тут я вижу там вдали три змеи. А здесь написано, что это желтая анаконда. Я вижу, что это змея. Где змея? Плавает, пока я не заметил. Я не знаю, что змеи плавают. Линяет, видно. Это змея. Это ящерица. Я его не видела. И вон змея еще там. Бабуля, тут никого не было. Гуану мы обнаружили. Я сегодня оператор. Так стараюсь для моих зрителей. Столько людей, да, здесь. Вот третий туалет, друзья мои. Третий туалет. Султанский попугай какой-то. Попугайчики здесь маленькие. Такой огромный зоопарк. Наверное, больше часа мы ходим. Путеводитель вот. Мой сыночек. Ну что, сыночек, понравился Бабуля, тебе? Мороженое. Ты давно мечтал об этом. Купили мороженое. Посмотрите, какая красота. Это, чокюзе. Вот мы нашли стольчик для себя. Сейчас мы будем пикник делать. Пришли на воздух. Я вам покажу. Вот мы пришли. Вот здесь мы пришли. И еще. Бабуля, не снимай, Thank you.
Это не игры. Это называется ресторан. Друзья мои, мы пришли на шалале. Так, что здесь вкусненькое? Беги-беги, а там шалгал. Красота. На водопад? На водопад пришли? Чай бахчис. Есть два входа. Мы зашли с заднего входа. Такие кафешки. Ну, мы такие сытые. Пришли мы домой, и вот мои трое птенчика вот так легли, ноги грязные, надо мыть все. Устали в дороге, заснули мы даже. Вроде бы думаешь, ничего, и еще бы на море мы действительно не успели бы. Завтра Мираби с Эндером пойдут, сдадут тест на коронавирус, и мы поедем только именно на море. А я с Мари зашла в Юзбир. И опять накупила кучу всего припасов. На 70 лир это. Сейчас покажу, что купила. Так, мои дорогие, купила я, значит, 2 кило сахара. Булгур купила, рис купила для каши. Вот такую вермишель купила тоже в кашу. Купила сосиски, курицу и бюреки. Так что вот сегодня. А эти бюреки пришлось выбросить, потому что они испортились, вы представляете? Мы даже их не ели. От такой жары они просто стухли. Сейчас буду разбирать сумки и думать, что на завтра приготовить. Также мы в Тарсусе купили вот такие вафли. Они, кажется, стоят 15 лир килограмм. Очень вкусно, говорит. Или 15 лир, кажется, вот эта упаковка. Ну, еще съели много в дороге. И лакум такой взяли. В общем, беру все, не, кажется, никак не накармлю никого. Все, на сегодня заканчиваю записывать видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, мы для вас очень старались. Сейчас будем мы отдыхать.